вначале покажу, что нашел на этом озере. Хожу по пляжу, собираю потеряшки. Вот одна из находочек. Это колечко серебряное. Потемнело, посмотрел, проба есть. Ну и посмотрим, что мне удалось найти на этом водоеме. В общем, что-то есть. Вот такое количество монет, еврики. Три колечка. Одно. Второе. Серебряное тоже. Третье. Вот всякая всячина. Блесна. Даже патроны 9 миллиметров. Сразу их в водоем обратно. Не нужны они нам. Цепочка алюминиевая. Какой-то карабин. Еще одна блесна. Жетон даже какой-то непонятный. Ну и посчитать, на сколько еврика вышло. Я думаю, евро 20 будет, наверное. Посчитаю, напишу. Ладно, все, теперь в лес. Раннее холодное предновогоднее утро. Вышел я в лес, как всегда, походить, покопать, поискать. Тут такая вот у нас зима бесснежная. Ну и я, как обещал в прошлом видео, пришел в эту пещеру, которую хотел показать. Думал, пещера, а это просто какое-то углубление под горой. Может, как-то водой размыло или что. Кто-то здесь ночевал, спальный мешок лежит. Немного мусора валяется. Сейчас посмотрю, что здесь есть вокруг. Ну и вот уже была у меня тут первая находочка. Пока спускался, вызвонил вот монитос. Это 1 евро лежит вроде. Эй, куда укатилась? Вот она примерзла к листьям. 1 еврик. Ну, неплохо для начала. Шумно здесь возле дороги. Пойду сейчас на другую сторону леса, посмотрю, что там есть. Тут вот дорога проходит, вот эти обстреливали ее. Вот такие вот неприятности валяются. Такая вот пулька целая. Не сработала. Немного маузерских патронов наковырял. Вот здесь проходит старая дорога по лесу. И вот недалеко от нее находочка. Пятак какой-то лежит большой. Видите? Еще не смотрел, что это. Франков алюминий. Блин, а я думал серебро. Хорош сохран. Французы бегали здесь. Вот еще одну монетку вызвонил какую-то. Вот она еще лежит. Что-то тоненькое. А, это пуговица, это не монета. Какая-то пуговичка. Тоненькая. Жалко, конечно, что не монету. Ну, что есть, то есть. Из этой ямки выкопал 5 патронов с винтовки Лебеля. Начал прозванивать. Еще сигнал. Думал, ну еще, наверное, лежит. Нет, смотрю, тут же
в этой ямке вон монета с дырочкой, походу французская тоже просматривается. Да, 20 франков. Сейчас посмотрю, позвоню еще, может еще что-нибудь есть. Здесь же вызвонил еще одну монету. Вот она. Это у нас что? Алюминиевые. Алюмин 2 франка, наверное, или один. Закисшие, не видать. Но это 2 или 1 франк. Интересно, что они здесь монеты с патронами-то делали. Кто их здесь уронил? Вот тут я ковырялся, вытащил патроны с монетами. Обхожу здесь все, обзваниваю. Вот сигнал еще один. Только копнул, выскочила табличка какая-то. Бирочка. Думал, жетон может какого-нибудь французского солдата. Начал чистить. Где резкость-то? О. Если видно будет. Вот два знака. Вернее, один знак. Проглядывается знак СС, что ли. Не думаю, что это табличка с какого-то электричества. Две молнии вон. Сильно тереть не хочу, чтоб не сломать. Дома будем смотреть. Вот она, видно здесь. Две молнии. Какая-то надпись идет. Буква К, по-моему, вон. Что за табличка, не знаю. Может быть, или с электричества что-нибудь. Интересно, интересно. Дом помоем, посмотрим. Здесь же вызвонил вот такую пуговичку вермахтовую, маленькую. И что интересно, она на закрутке. Откуда она, я еще пока не знаю. Надо будет посмотреть, где такие пуговички закручивались. Ну, здесь пуговичка. Здесь же жетон был. Звоним дальше. Коп-копом. Обед по расписанию. И на перекус у меня сегодня тунфиш. Тунец. Консерва рыбная. С кексами солеными. И шоколадка. С энергетическим напитком. Это тоже все из бундесверовского сухпайка. Попробуем, что за рыба там. Тунец в томатном соусе. Очень даже ничего, вкусный. Перекусил. Деда Хабара прикормил. И тут же сразу на глубине выскочила какая-то красивая находочка. Зеленая. Что такое? Пока не пойму. Интересно, интересно, что это такое за красотуля. Давно они мне не попадались, подковки. О, какая выкопалась. Здоровая. Подвешиваем куда-нибудь сейчас на дерево. Желаю всем вам удачи, вот такого размера, как эта подкова. Вот тут мы ее определим, пусть висит. Вот только сейчас там, где-то здесь в кустах повешал подкову, нашел, которую поднялся наверх. Сигнал. Многочисленные сигналы, походу. Вот здесь звенит в ямке. И вот уже выкопал монетку. Походу. Подфартило меня опять рассыпухой. Сейчас посмотрим, что это такое. Потом остальные копнем. Ну, облазит. Что-то современное, может. Может, марки. Не чистится. Сейчас помыть надо, посмотреть. Ладно, сейчас выкопаю все. Потому что звенит много здесь.
И посмотрим потом все. Вот выкопал уже несколько монет. И звенит еще. Тут звенит. Здесь звенит. Короче, здесь звенит еще. Здесь сверху нет уже. Вот тут, тут по низу еще звенит. Сейчас еще повыкапываю, посмотрю, что там еще есть. Вот звенит еще одна, выкопал. Что это у нас такое интересное? Еще даже не смотрел, пока выкапываю. Я все копаю и копаю. Походу это уже клад, а не рассыпуха. Вот монета. Вот еще одна. С дырочкой. Это опять французы. Это опять французы, по-моему. Вот сколько их уже у меня. Хе-хе. Роем дальше. Так, здесь уже он все перерыл. Перешурфил. Вроде здесь сигнала больше нету. Вот чуть-чуть в сторонке вот еще одну выкопал. И уже вон их у меня сколько. Хе-хе. Клад. Мой первый клад. Ну, это французы с дырочками. Это точно. Какого года, какого номинала, еще не знаю. Надо мыть и смотреть. Посмотрим. Ну, какой-никакой французский клад. Сейчас еще там посмотрю. Может, еще что есть. Все, зарыл я это место, где здесь шурфил. Даже ничего и не видно, что здесь что-то происходило. Ну и результат накопанного. Вот столько монет. Не считал даже, сколько штук их здесь. Пытался помыть. Ну, все равно мне что-то ничего не понятно, что это за монеты. Ну, я думаю, что французские, раз с дырочками. Там что-то он проглядывается, какая-то башка, что ли. Дома хорошо попробую отмыть их, потом покажу. Здесь сейчас что-то мне не представляется возможности их оттереть. Очень сильно закисшие. Это десяточка какая-то. Это вообще тонкая. Тоже какая-то лысая вся, непонятная. Вот такие вот монетосы. Пытался помыть немного, но что-то не получается их здесь оттереть никак. Что-то там видно вон. А что это? Не пойму. О, 25 видно. 25 сантимов, наверное. Ладно, дома помою, смотрите до конца, покажу. Ладно, все. Я, наверное, потихоньку уже буду продвигаться в сторону машины. Темнеть начинает. Может, что-то попадется еще. Буду показывать. Пока все. Вот, даже фуру откопал. После аварии. Подошел уже почти до машины. Здесь внизу она стоит за березками. И вот, как говорится, на посошок. Еще один сигнальчик, еще одна монетка вижу. Желтенькая. Это у нас француз опять. Это у нас опять француз. Один франк. 1923 года. О, лес французский сегодня у меня. Одна Франция. Неплохо, неплохо. Ну и в конце, как всегда, результат по находкам. Это мой пляжный выход. Все вместе вышло 15 евро. Даже бывшая ходячка марки. Три колечка, бижутерия одна, одно серебряное. И одно, думал, тоже серебряное, оказалось золотое, 333-я проба колечко. Так, ну и лесные находки. Жетон, пожалуйста, кто что может подсказать по этому жетону. Буду очень рад. Я ничего не нашел. Что это может быть за жетон, что за бирка непонятная он. СС, номер,
и какие-то буквы там еще. Если кому-то что-то известно, подсказывайте. С патронами были две монеты французские. Вот это и вот это. Это оккупационные монеты Франции, когда Франция была под Гитлером. Тоже Франция. 5 марок французских. Какая-то фибула непонятная. Это один фенинг 1800 года там. Ну и с кладухи, то ли с рассыпухи, непонятный мне тоже ассорти монет. 10 франков, не франков, а грошин 1925 год, по-моему, это Австрия. Потом 2 эры, это Денмарк, Дания. Потом люксембургские монеты. И вот эти с дырочками, эти все были бельгийские. 10 сантимов, 5 сантимов и 25 сантимов. И вот эти все Наполеон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть монет Наполеона. И одна даже какая-то попалась редкая. 5 сантимов. Тоже 1896 года. Только сзади не Наполеона, а какая-то мадемуазель. Вот такой вот клад был. Ну, на этом все. Всем большое спасибо, что смотрели меня весь год. Всех с наступающим Новым годом. И удачи в Новом году. Все, всем пока.